Я пришел к вам с повинной. Дело в том, что именно я сыграл в новой версии «Джентльменов удачи». Мне маленько страшно, поэтому я пришел не один. Со мной доблестные люди, в чьи характеристики никогда не будет вписано слово «редиска». Их служба и опасна, и трудна, потому что кто же еще выдержит столько уроков сольфеджио? Хор академического ансамбля «Песни и пляски» внутренних войск МВД России, художественный руководитель, народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев. Удачи, джентльмены! Снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье подели. Ветрам покоя нет, где бывает облачный рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и в грозу, и в снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал тепло. Счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье подели. Счастьем поделись с другим. Мы желаем счастья.